Утренняя гимнастика для детей 2-3 лет. Комплекс «Птички». Гимнастика проводится ежедневно утром до завтрака в хорошо проветренной комнате. Занятие длится не более 4 минут. Ребенок одет в свободную одежду, на ногах носочки. Занятие проводится в виде подвижной сюжетной игры. В этом возрасте ребенок выполняет движения, повторяя их за взрослым. Комплекс меняется после того, как ребенок его усвоил, примерно через 8-10 дней. С добрым утром! Мы проснулись. И сегодня мы вам покажем комплекс утренней гимнастики под названием «Птички». Эмиль, вставай, вставай, вот сюда вставай и смотри на меня. Птички могут веселиться целый день, и на солнышке резвиться, им не лень, им не лень. Поставили ручки на пояс. Петь веселые частушки, чик-чирик, чик-чирик, чтобы слышали кукушки и кулик, и кулик. Птички могут с облаками полетать, опустили ручки, полетать, чтобы крылышками маме помахать, помахать, опустили ручки. Как устанут наши птички петь, летать, петь, летать, сядут сладенькой пшенички поклевать, поклевать. Как устанут наши птички петь, летать, петь, летать, сядут сладенькой пшенички поклевать, поклевать. Клю, 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 как я зернышки люблю. Поклевали и взлетели до небес, до небес. Прыгаем, до небес, до небес. Еще прыгаем. А затем стремглав помчались прямо в лес, прямо в лес. Поставили ручки на пояс. Птички могут веселиться. До утра наклонились, до утра встали. Только чу крадется окошко. Разбегайся, детвора. Побежали, 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 побежали. Побежали, 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 побежали. Теперь в другую сторону побежали, развернулись. Побежали, 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 побежали и встали. На меня смотрим. Ручки вверх подняли, подняли. Потянулись, на носочки встали, опустили ручки. Еще раз ручки подняли к солнышку, опустили. А теперь мы идем умываться, чистить зубки и кушать.